Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать сорта томатов, которые у меня в сибирском регионе в условиях теплицы поспели на сегодняшний день. Вот сегодня 9 июля. Но еще неделю назад я говорила, что сорт «Голубые ели» уже у меня поспел. Он был спелый, я его показывала. Чем хорош, чем нравится мне вот этот сорт «Голубые ели»? Ну, во-первых, конечно, необычностью вот этой такой своей декоративностью. Сейчас я расскажу о характеристиках его. Это ранний низкорослый детерминантный сорт томатов. Вот из-за этого я его тоже люблю, я его высаживаю, если в теплице несколько кустиков, всегда на первой линии, но там, где низко, где теплица вот закругляется. Вот здесь у меня голубые ели стоят. Куст высотой 60-80 см, листья резные, морковного типа, помидоры плоско-округлой формы, гладкие, красного цвета, весом 100-220 граммов. То есть плоды обыкновенные, классические, красные, плоско-округлые, небольшие, такое с яблока, но среднего размера. Они и не крупные, они и не мелкие. Вкус обычный, помидорный, иногда с кислинкой. Это зависит от условий погодных чаще всего. Если тепло, если хорошая и солнечная погода, если не нарушен режим полива, то плоды более сладкие. А если прохладно, дождливая погода, если мало солнца, или если вы зальете томаты, чрезмерный полив, они будут водянистые, немного с кислинкой. Но вкус у них все равно хороший, именно вот такой натуральный помидорный вкус. Они предназначены для выращивания в открытом грунте. Вот сюда я их посадила, несколько кустов всегда сажу, только для сохранения семенного фонда, потому что в прошлом году у нас град выбил весь открытый грунт, некоторые места, даже не удалось оставить семена. Вот нынче я каждого экземпляра по 2, по 4 кустика высадила в теплицу, чтобы сохранить семена. Этот сорт хорошо подходит и для консервации, для употребления в свежем виде. Конечно, вот в такие сроки, в начале июля, вы и консервировать их не будете, их вы просто скушаете. Сейчас я покажу вам, я вот вверх показала, какой лист, потому что они очень разрослись, завтра их буду подстригать. Сейчас покажу, какие томатики там внизу. Вот видите, они там дружно спеют. Они уже немного позаросли. Видите, что тут немножко затененно. Надо их обрезать. Но томатов много на кустах. Вот это вот первая партия. Я завтра полезу, обрежу все, сниму спелые плоды. И оно будет дальше завязываться, плодоносить. Как вы видели, что цветы до самой макушки. И вот они будут все лето формировать плоды, созревать. Буду удалять лишние листья, потому что лист у них очень густой, декоративный, и на улице я им разрешаю распушаться, и они так, как кохия, вот таким прям этим круглым шаром растут, все увешаны помидорками. Кто в прошлом году у меня покупал голубые ели, они удивились, что томаты до самого холода все краснеют, созревают, созревают и созревают, непрерывный конвейер. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, вот этот краткий видеообзор томата «Голубые ели». Показала по просьбе зрителей, интересуются, как у меня выглядят голубые ели.